Привет! Вы на канале «Страны мира» – месте, где любая страна станет ближе, несмотря на расстояние. Подпишитесь на канал, если еще не успели, а мы отправляемся в Замбию. Замбия – государство Южной Африки, граничит с Демократической Республикой Конго на севере, Танзанией на северо-востоке, Малави на востоке, Мозамбиком, Зимбабве, Ботсваной и Намибией на юге, Анголой на западе. Численность населения – 16 миллионов человек. Столица – Лусака. Валюта – замбийская кваче. Курс – 6 рублей 30 копеек. Официальный язык – английский, но на деле тут в ходу более 60 различных аборигенных языков. Около трети замбийцев, то есть больше всех, говорит на языке бемба. Эта страна представляет собой достаточно типичное для региона зрелище – невысокий уровень жизни, буйная природа и повсеместная бедность. Интересные факты. Замбия – первая страна Африки, которая стала делать банкноты не из бумаги, а из пластика. В Замбии туристам законодательно запрещено фотографировать пигмеев. Знаменитый водопад Виктория находится на границе Замбии и Зимбабве. Это, пожалуй, основная причина, почему в эту страну приезжают туристы. На территории Замбии, в том числе и в столице Лусаки, повсеместно распространена чрезвычайно опасная муха ЦЦ. Супермаркеты в стране можно найти только в столице. Правила дорожного движения здесь отсутствуют начисто. Номинально они, конечно, есть, но вряд ли кто-либо из местных водителей вообще их знает, не говоря уже о том, чтобы их соблюдать. Главным богатством Замбии называют медь и кобальт. Именно на территории этого африканского государства находится знаменитый медный пояс. На территории Замбии произрастают такие удивительные деревья, как баобабы. Самому старому из них уже более 1500 лет. В распространенном на территории страны языке лози существует более 40 слов, в переводе означающих «женщина». Местные жители считают деликатесами мышей и насекомых. Замбийцы борются с грызунами при помощи пива. Они расставляют по всему дому тарелки с молоком, куда добавляют немного пенного напитка, а утром подбирают захмелевших грызунов. Достопримечательности. Водопад Виктория является одним из 7 природных чудес света и главной достопримечательностью Замбии. Любой турист, посетивший Замбию, должен увидеть красоту и величественность первозданной природы, которую так ярко отражает водопад. Он расположен на реке Замбези, на границе Замбии и Зимбабве. На мосту возле водопада Виктория организован самый масштабный в мире аттракцион по банджи-джампингу. Высота точки отрыва превышает 110 метров. Озеро Кариба. Самое большое искусственное озеро в мире. Является отличным местом, чтобы увидеть диких животных, таких как крокодилы, бегемоты, зебры и буйвол. Туристы должны опасаться бегемотов и крокодилов во время купания в озере, а также на берегу. Вокруг озера сосредоточен комплекс отелей и казино. Озеро Кариба славится потрясающими по красоте закатами. Королевский экспресс. Это настоящее путешествие в 19 век на паровозе и классических вагонах того времени. Экспресс идет через сердце долины реки Замбези. Из окон поезда открывается потрясающий вид на ее окрестности. Будучи в Замбии, непременно посетите национальные парки. Благодарю вас за внимание к ролику. Всем удачи, всем пока!